друзья, всем добрый день, всем добрый час, дорогие друзья, канал Арбатом приветствует вас. Если вы только что попали на наш канал в YouTube, обязательно подписываемся на наш канал в YouTube, чтобы каждый день получить интересный, хороший, позитивный, полезный видеоролик, дорогие друзья, про турецкие жизни. Еще раз всем добро пожаловать на наш канал в YouTube, дорогие друзья, с вами Асым. Сегодня у нас с вами будет очень одна хорошая квартира, действительно. Предложение сегодня очень хорошо с мебелью, с бытовой техникой. И продаются с видом на море на 4-м этаже, дорогие друзья. И очень хорошо месторасположение, в самом деле месторасположение очень хорошо. Почти первая линия с видом на море, на гору, 139 квадратный метр, где наш офис, в этом здании наш офис есть, дорогие друзья, центральный офис Арбатом, здесь огромный бассейн, сейчас аппарат покажи, пожалуйста, все. И вот это огромный бассейн относится сюда. И огромный сад для барбеки тоже место, и парковочное место тоже есть. Есть еще тренажерный зал, хамам, сауна, дорогие друзья, очень хорошо предложение. И в самом деле мне эта квартира почему очень понравилась, потому что очень большой балкон. Можно отсюда. Огромный такой балкон, большой балкон, это вторая балкон. Второй балкон, еще один балкон есть. С вами идем, давай идем. Вот такой огромный балкон, дорогие друзья. Мне это очень нравится, в самом деле. Вот так. Теперь мы с вами начнем с спальной комнаты. Это родительская комната. Начали отсюда. Огромный такой шкаф. Вот такой большой шкаф, в самом деле высокий, широкий шкаф, огромный. Такой еще кровать, текстиль, турецкий текстиль, мебель турецкий, очень красивый, хорошо. Каждая комната есть свой кондиционер, друзья, и все, ванная комната есть, топли полы. Покажи, пожалуйста, топли полы тоже есть, все ванная комната. Здесь вот такой ванная комната, друзья, вот такой, очень удобно, в самом деле. Еще общий санузел есть, там уже душевая кабина. Здесь такой вот шкаф есть, такой шкаф большой, достаточно немаленький, 139 квадратный метр, с мебелью, с бытовой техникой продается, очень красивый, в самом деле. Так что, друзья, идем с вами теперь. Смотрим, что будем смотреть с вами. И с вами попали куда? Это детская комната. Детская комната. Два отдельных кровати. Здесь тоже есть кондиционер. Здесь тоже такой шкаф, друзья. Шкаф как будет по-турецки? Долап. Долап. Шкаф, долап. И кровать. Кровать. Ятак. Ятак. Кровать, ятак. Параллельно по-турецки тоже учим, друзья. Если вы собираетесь сюда приехать, жить, вам нужно некоторые слова знать. Это просто для турки приятно будет. Я понимаю, что здесь по поводу языка проблемы нет. Русскоязычные люди много, но как-то вы говорите по-турецки, это приятно просто. И здесь тоже топли полы. Это уже общий санузел. Вот общий санузел. Здесь достаточно большой шкаф, и здесь душевая кабина уже. Это вторичное жилье, даже уже бумага, туалетная бумага есть. Достаточно качество, очень качество. Вот такой картинка, зеркало, очень красивый такой большой зеркало. Итак, друзья, мы с вами куда попали? Попали вот перехожие. Это перехожие. Откройте дверь, сразу попадете в гостевая комната. Здесь есть такой домофон. Домофон здесь. Домофон. Вы отсюда можете увидеть, кто вам пришел, кто ушел. Кому-то, может быть, хотите открывать дверь, кому-то нет. Очень хорошо. Вот это электрик. Здесь можете отключить, выключить. Здесь вот это все можете отсюда отключить, выключить. Это автоматически. Очень красивый, хорошо. Итак, друзья. Wi-Fi, интернет уже есть, телевизор тоже есть, огромный такой шкаф, кондиционер здесь тоже есть, каждая комната кондиционер есть. Посмотрите, пожалуйста, очень красивый такой
кухни. Кухня очень красивая, в самом деле. И так, духовка, вытяжка, все выходит в стоимости. Здесь вот это тоже все выходит в стоимости. И долап, холодильник, буздолабы тоже выходит в стоимости. Вот такой. Вот такой, покажи, пожалуйста, такой чистый, хороший, в самом деле, она вторичная, но очень чистый, в самом деле, красивый. Вот этот дизайн, вот этот камень, очень красивый, в самом деле, друзья, как-то вы здесь карточку пожарите, вот это жир, это камень, такой специальный камень не держит. Итак, друзья, здесь тоже еще, что я... Посудомоечная машина, как будет это по-турецки все? Булашек макинесси. Итак, действительно, очень красивее, хорошо. Вот такой, все вот эта тарелька, морелька, все уходит в стоимости. Вам с собой ничего не надо перенести. Зубная щетка, паста, забирайте, приезжайте, живите, наслаждайтесь, друзья. Так что еще раз напоминаю, если вы хотите в Турцию попасть, обязательно подписывайтесь на наш канал в YouTube. И в самом деле мы здесь квартиры не продаем, апартаменты не продаем. Мы вам предлагаем, как правильно здесь жить и как можно здесь удовольствие получить, счастье получить, друзья. Потому что действительно море, солнце, природа – это счастье, здоровье. Поэтому выбирайте себе серьезный, хороший, опытный компания. Все зависит от компании, дорогие друзья. Если вы серьезный, серьезный, надежный компания будет работать, у вас все будет хорошо, лучше, чем сейчас, потому что это зарубежный недвижимость. Здесь чужая страна, чужие люди, чужой язык. Поэтому вам нужно очень профессиональный консультант, который его зовут Асым, компания Арбатомс приветствует вас из Турции. Всем еще раз большой привет, дорогие друзья. Казахстан, Россия, Украина, Крым, Германия, Чехия, Америка даже. Всем добро пожаловать на наш канал в YouTube. И с вами Средиземное море, дорогие друзья. Вот такое Средиземное море. Внизу есть аптека. Каждую пятницу здесь рядом базар, овощи, фрукты продаются. Вот такой мы теперь с вами попали в второй балкон, дорогие друзья, второй балкон. И возле гостевая комната, огромный такой угловой балкон, в самом деле большой, она не маленький, большой. Вот такой вид на бассейн, вид на море, бассейн, друзья, очень хорошо. Вот это прозрачный вид, красивый вид. Ваш вид никогда не закроется, как сейчас есть так. Вот это открытый вид, вид всегда, как есть так будет. 2 плюс 1, 139 квадратных метров на пятом этаже, друзья. Сена, конечно, сена тоже очень важна. 99 000 евро. 99 тысяч евро, дорогие друзья. Очень хорошая сена, в самом деле. Если у вас какой-то вопрос есть именно от меня, как ваш человек в Турции, как турок, я могу ваши вопросы отвечать, дорогие друзья. Пишите, звоните, под видео есть мой контакт, мои контакты или мой контакт. Как правильно все? Мой или мои? Мой. Нет, мои. Моему мои. Мы два турки, ничего не знаем, да? И мои контакты, насколько я знаю, что под видео есть мои контакты, там есть Viber, WhatsApp и Telegram, друзья. Так что пишите, звоните, компания Арбатомс ждет вас. Всем удачи!